Алло. Ну, опа, опа. Стёпа. Выходим. Стёпа, опа, давай. Опа, Стёпа. Опа, Стёпа. Маня. Так, кто уже с кого памперсы поснимал? Маня. К папе, к папе, к папе. Всё, домой, папаня. Опа, опа. Маня на подстилку. Давай мне, Муша, пакет. Да. Только поубирали, Маня прилегла. Ну, капышня. Вон сколько фруктиков. Стёп, давай, давай, давай. Сам. Ой. Так, надо менять памперсы. О, увидел. Орехи. Маня такая. Чмики. Так, нет, давайте сначала мыться. Да. Оба. Маня. Маня. Давай, Маня. Это вообще. Маня, иди сюда. Маня. Давай. Хвост трубой? Да. Кряки. Маня. Что такое? Иди за вас там, папа. Как кошка, хвост трубой, понимаешь? Ну. Маня, ну. Маня, пошли. Ты скандальная. Пошли. Нет, ты ко мне. Она к тебе. Моя кошечка, моя девочка. Ну. Где Стёпа, Маня? Давай я вкусняшку сейчас давай принесу. Все, поделились. Девочки к девочкам, мальчики к мальчикам, да, Маня? Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Она увидела что-то у Степы. У Степы что-то в руке есть. Что-то он грызет. Так, наши любимые. Смотри, вот она напористая такая, да? Это да. Маня, еда. Маня, давай. Иди сюда. Сейчас у нас, друзья, относительное затишье. Спокойствие. Люся в вольере с Соней. Порядок. Яша пошел в большой вольер. Ежики наши вон спят, наелись 3 часа. И только вот 2 капышонка. Степка вообще молчит. Маня только покрякивает, да? Ай, скажи, папа, разувайся, ложись. Мы, скажи, из тебя сейчас горку сделаем. Да. Ой. Любимый, родной. Маня, не отставай. Тут, знаешь, наглость второе счастье. В таких ситуациях. Степа. Стёпа. Маня. Давай вот так делаем. Раз. Вот. Пока Стёпа, место это... Стёпкина свободно. Сейчас тебе даст. Скажи. Не смотрим, скажи, на других гамадрил. Да, Стёпа. Она сама уходит. Она сама отдает лидерство. Да, Стёпа. Капышня. Вот лезь бы папа рядом, да? Ну, а больше ничего не надо. Лай-ла-ла-лай-ла. Был бы папа рядом. Ой. Ну. Манечка. Глянь, сама такая открывает.
Все, опачки, достала сама. Скажи, папа, папа, не уноси никуда далеко. Не такая уж она и глупая. Она очень не глупая. Скажи, что это я глупая? Скажи, если у меня ножки короткие или еще что, это совсем ничего не значит. Скажи, у меня зато голова большая, скажи, и умная. Вон, Степка не сразу понимает, где нужно открывать. А Маня четко знает. Ну, она же постарше будет. На сколько? На месяц. Она просто девочка сообразительная. Я все время говорю, что если где-то что-то Господь отобрал, то в другом месте даст с лихвой. Да, Маняша? Оп-оп, ищет. Так, скажи, я сейчас не поняла. Я точно помню, что здесь стоял пакетик. Манечка, где пакетик? О, вон пакетик, Маня. Малыши, карандаши. Отушка пышня. Джжих. Джжих. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чали. Чапли-чали-чали. Оба-оба-оба. Кстати, у нас есть посылочки. Опа. Опа. Сейчас, дети. Ну, алло. Степа, ты перепутал, где вход, где выход? Распакуем посылочку. Наталья и Любовь Николаевна. Город Москва. Посмотрим сейчас, что у вкусненького прислали из Москвы Наталья и Любовь. Ага, тут вот так вот, для Богдана, не будем распаковывать. Даже для Богдана есть? Да, в сказку для Владислава Игоревича, а ну-ка, ну-ка, распаковывайте. Это мне. Со Степкой. Это опять мне. Это снова мне. Это снова ой, мне. Вон, это... игрушка. О. Это майка, что ли? Можно развернуть, написано. Ага. Сейчас. Ты ж видишь, у меня... А это ежедневник тебе. Ежедневник. Вот, 2023 год. Я уже по привычке. Так, и здесь у меня еще ручка, да? Наверное, не знаю. Точно. Она на магнитах. Опа. А что только написано? Как? С уважением написано. Спасибо, спасибо. А ну-ка, ну-ка. Степа, помогай давай. Степа, помогай. Папа будет ежедневник. Шарфик. Это полотенце, Владя. Любимый папа, самый лучший в мире наш кормилец. А ну перевяни. Любимый папа, самый лучший в мире наш кормилец и защитник. Вот, так что на пляж будешь, Вадик, ходить, понимаешь? Опа. Опа. Легко и красиво. Так, это вот гамадрилятам такие. Покажи. Так, тут у нас. Для Олега Алексеевича, для именинницы. А ну-ка, поверни. О, это Степашки розовенький нет. Вот, со львом, просто Степашки. Чего? Да нет, я тебе розовой не буду. А тут для Манечки. А это Манечки. Да, а это ты подрастешь и будешь вот такой, как лев ходить такой. Классный. Кинг. Кинг для Олега Алексеевича передам обязательно. Не распаковываем. Пусть они потом с Богданом сами покажут. Так, тут не написано. Мне кажется, это для Ангелюши. А ну-ка. Степа, давай, давай. Вот, по горе, по такой. Ну, это да. О, Ангелюшки, золотой ключик. Ее любимая сказка. Ой. В телевизоре, ну, вот такое киносказка ее любимая. Домашний академик, да? Это всякие головоломочки.
ангелюшки. И, наверное, раз наклейки познавательные. Я такая от Ангелины. Спасибо вам огромное. Давай я сюда положу. И пакетик. У вас такое ощущение, что уже все, уже на пляж, в принципе, собрался. Так, и для именинницы. Для тебя, что ли? Для меня, конечно, Вадик, ты понимаешь? Кто у нас был именинницей? Я тебе доверила спаковать. Не знаю. Ух ты. Ух ты, а что это такое? Ух ты. А ну-ка, это шопер такой. С таким львом шикарным. Не надо, Вадислав Игоревич, примерять. Там было четко написано для именинницы. Так. Ну. Это тоже, по-моему, что-то такое. А ну-ка, распаковывай. Тебе открыто. Давай почитаем. Что надо? Степа! Ну Степа. Ты ж глянь на нее. Захват, переворот. Татьяна, скучаем по песенке. Я встретил девушку, у которой именно в вашем исполнении родинка оказывается не только на щечке, но и на других частях тела. У вас легкий чарующий голос и заразительный смех. Спасибо огромное. С днем рождения. Всего хорошего желаем. Пусть Владик нежно обнимает. Александр Игоревич. Пусть дарит ласку и заботу, приносит радость, пусть работа, пускай здоровье будет крепким, пусть радуют почаще детки, пусть время не на все хватает, пусть никто не обижает, пусть будет полным холодильник, не разряжается мобильник, текут пусть денежки рекой, в душе пускай царит покой, пусть счастье каждый день мурлыкает тебе на ушко. Наталья и Любовь Николаевна. Спасибо огромное, девочки. И вот такая мурлыкающая открытка. Вот он, мурлыкает. Это да, это больше курлыкает, чем мурлыкает. Так, можно развернуть. Разворачивай, если у тебя там лучший папа. То у тебя лучшая мама, наверное. То у меня просто лев, переверни, львица. Нет, вот, вот, вот так вот, ага. Да. Вот так вот, лев и львица. Все, а я буду с таким полотенцем на пляж ходить, если, конечно, удастся в этом году с этой копышней. Спасибо, девочки, огромное. Вот прям такое сердечное спасибо. Наша летит в Москву. Порадовали и повеселили стихотворением. Подожди. Тоже. Ага, тут же и тоже ежедневник. Такой же, как у Влада. 2023 год. И посмотри, что он делает. Он же уже. И это духи, по-моему, пробнички такие духов. Глянь, как Люська уже, а? Носом землю роет, Степа! Сейчас посажу тебя вот в шопе. Ты злюка? Ты кто злюка такая? Кто злюка такая, а? Кто Люська номер два? Ой, ой, ой. Это будет похлеще. Это да, это... Девочки и мальчики, растет самец. Вожак. Спасибо, девочки, спасибо большое. А это девочка такая.